Ну что, народ, всех приветствую. Всем я очень рад. Заканчивается у меня потихонечку Россия. С этой новости начну. И, как вы уже знаете, многие, открыта Африка, Танзания. Именно туда я сейчас выбираю себе билетик. И стартану уже скоро. Так что ждет нас с вами Танзания. Билеты, смотрю, не очень дешевые до Танзании. Но, как вы знаете, с портала-то Авалон можно себе позволить и в Танзанию полететь. Интересный, думаю, материальчик там получится. На Авалоне, помните, ставил 18 тысяч, а сейчас это стало 19 тысяч 891 рубль. Вот неделька закончилась. Итак, будем создавать новый депозит. Создать. На 7 дней вклад создадим. 7 дней. Сумма. Так и напишем. 19 800. 19 800. Создать. Все, депозит успешно создан. Денежки начали работать, будут работать ровно неделю. Так что, если Авалон портал кому интересен, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Один еще очень интересный момент. Приятель у меня имеется. Рыбу вместе ловили. Нашел Наташу, цыганку. Пообщался с ней. Но это вы сейчас в ролике увидите, в коротеньком. Спросил, что там с Артуром, не созваниваешься. Все увидите, телефончики я ставил. И весь этот разговорчик записал на видео. Позвонил мне, я его поблагодарил, конечно, за это. Сказал, что она пообещала позвонить мне, номер телефона мой записала. Нам с вами только остается ждать от нее звонка. Если объявится, то, скорее всего, пообщаемся. Не знаю, как она там будет настроена на общение. В общем, все, что будет происходить, все буду записывать. Все вы, конечно, увидите. Вы же давно ждете этого материальчика. Так что смотрите. Привет. Здравствуйте. Наташ, вчера был Саша Бынкин. Знаешь такого? Я вчера не работала. Нет, я говорю, я был вчера Саша Бынкин. Знаешь такого? Нет. Это пруд, где ты рыбу с Артуром ловила. Там. А, ну. Ну, был Артур вчера. Ну. Приезжал он, короче, этот... там снимал что-то. Я поняла. Вот. Говорит, ты видел? Я говорю, да вижу, я знаю, где она работает. Он говорит, 3DE, пускай мне позвонит. У меня номер нет. Я тебе сейчас дам. Зачем он звонит? Ну, он попросил, чтобы ты позвонил. Что, тебе проблема позвонить, что ли? А, ну давайте. Сейчас дам номер тебе. Алло, привет. Привет, кто это? Наташ, ты? Да, я. Привет, а чего пропала-то совсем, Наташ? Ничего себе, я столько... Вообще-то, во-первых, я не пропадал, то ты пропадал. Ну, я-то улетал. Я как обычно. Наташ, ты же знала, что я улетел, и всего лишь надо было подождать, пока я прилечу. Видишь, из-за коронавируса не мог вернуться в Россию долго. Как это? И что? Приехал уже. Ну, приехал. Да я просто сим-карты поменяла, я не знаю, что... Ну что, когда... Меня пропал. Наташ, ну когда можно приехать тебя увидеть? Ты пообщаемся хоть? Когда выходной будет. А у тебя в какой день выходной-то будет? А у меня послезавтра выходной. Послезавтра? Да. А, ну все, давай, приеду, вот на этот номер тебе наберу и договоримся. Офигеть, Артур, ты приехать собираешься? Конечно, а что такого? Прям на Сосинск? На Сосинский приеду, к Сашке на пруд съездим, с тобой рыбу половим, шашлычка пожарим. А чё такого? Ладно, Артур, я тебе позвонишь тогда послезавтра. Всё, ну, знаешь, когда, Наташ, ближе к обеду, может? Ну, короче, скажешь, во сколько там подъехать, я могу в любое время. Хорошо, я тебе еще вечером наберу тогда. Когда, завтра? Сегодня. А, сегодня, всё, а ты сейчас работаешь? Приеду, позвонить. А, ты сейчас с работы звонишь? Да,
с работы, вот живот болит, я не могу работать уже. А что у тебя с животом? А мне дела пошли. А, все, понял. Не, Наташ, ну ты молодец, хоть объявилась. Блин, где ты раньше-то была? Я-то не знал даже, где тебя искать. Он не рабочий, да, он номер телефона твой. Короче, он приходит, значит, говорит такой, говорит, знаешь, говорит, Артур, я говорю, да, знаю. Ну, короче, мне номер придал. Это я... Я его попросил, чтобы он это, тебе номер мой дал. Я поняла. Он не сказал вообще. Ну ладно, Наташ, ну потом расскажешь, ладно, как ты там живешь, как трудишься. Хорошо, давай, позвоните тогда. Все, договорились, Наташ, давай, пока. Давай, давай. Ага, счастливо. Ну что, народ, вот такие дела. Наташа объявилась. Поеду в гости. Посмотрю, как она. Ром, я разбивать буду. Дим! Да? Слушай, ну что это, спасибо большое тебе, что Наташу нашел и что это видео поснимала. Она уже отзвонила мне. Вот, видишь, как результат быстро прошел. Да, и знаешь, что это самое? Сказала, что после 10 позвонит, после работы еще. Вот сейчас буду ждать еще звонка от нее. Ну, она до 10 работает, магазин в 10 закрывается. Ага. Я, конечно, не влогер, как мог, так снял. Но я хотел, чтобы она не видела, что я ее снимаю. Не, молодец, молодец, Дим, отлично снял, самое главное нашел, пообщался, видишь, все, она объявилась, созвонилась. Да, все четко. На среду мы с ней уже договорились встретиться, поеду в Козельск. О, завтра, что ли? В среду, нет. А, послезавтра. Да. Ну, давай, Саша, встретимся, или у тебя свои планы какие-то? Да, позвоню, конечно, Дим, скажу тебе тогда, как, если к Саше поеду. Смотрю, сейчас самолетик с женой сидим, смотрим. Вчера, что вы летали? Да. Ролик, да, смотрите? Вот, прям сейчас вот смотрю, ты звонишь, вот, а сейчас смотрю, на гитаре, когда вы снимали в октябре, что ли, или когда? Ага. Ну да. Ролик. Ну все, Артур, все просил, что я тебе говорил, все сделал, все нормально. Все, спасибо, Дима, ага, большое, наберу тогда. Да. Да, Наташ. Что? Ты спишь, говорит? Не, в бильярд играю, Наташ. Ну, блядь, вау! Алло! Наташ, играю в бильярд с другом. А что ты не дома, блядь? Ну, надо же играть и усилиться на бильярде надо, ослаб сильно. А то, я думаю, если тебе партию предложу сыграть и проиграю, тебе стыдно ж будет. Чего мне? Предложи тебе в бильярд сыграть и проиграю. Мне ж стыдно. А я не умею играть. Ну, а я ж тебя научу ведь. Когда, блядь? Когда у тебя выходной день будет? Послезавтра. Ну, послезавтра встретимся, я ж приеду к тебе. Хорошо. Поедем с тобой к Саше. Саша по тебе соскучился, давно не видел с пруда. Вы все там, походу, соскучились. Наташ, ну ты устала сегодня работать? Что-то долго ты работаешь по времени. Я каждый день устаю, блядь, Артур. Каждый день устаешь? Вот, конечно, вроде вот весь товар, блядь, разложи по полочкам, на кассе посиди, туда просрочку сними, вот так каждыми днями. Ничего себе ты даешь. Я и не знал, что ты трудишься, молодец, что работу себе нашла. И каждый день так? Ну, я работаю, нет, я 2-2 работаю, ну, так еще там это, подработка бывает. Ага. Определенные часы, там подрабатывать надо. Угу. Вот. Так что эти часы меня отрывают. Ну ты сейчас это, так и живешь с семьей всей своей. Да, Артур, сними мне квартиру. А где тебе снимут? В Козельске? Ну это надо вот с Сашей поговорить, с Димой, вот с друзьями. Я-то там не знаю никого, Наташ. Ну сними мне квартиру, хоть я там, Артур. Ой, дура, блядь. Чего? Я говорю, как тебя там говорю? Забыла имя твое. Наташ, ну Артур мое имя-то вспоминай почаще теперь. Неудивительно. Теперь не звони хоть. Ну, конечно, теперь буду звонить. Вот номер теперь есть у меня. Наташ, а у тебя WhatsApp, Viber есть что-нибудь? WhatsApp есть. А, WhatsApp, ну отлично, теперь в WhatsApp тебе буду писать. Ладно, только на мамке номер надо писать.
потому что у меня на мой номер. У меня, короче, телефон не поддерживает. Ни WhatsApp, ни ВКонтакте, ничего. Все понял. Наташ, ну что, мы просто сейчас играем. Давай тогда в среду жди, я тебе. Когда тебе позвонить? С утра, в обед? Как лучше? В обед лучше. Ну, в обед я уже прям приеду туда к тебе и поедем. Хорошо, ладно. Давай, Артур, спокойной ночи. Давай, ага, спокойной ночи, давай. Наташ. Пока, ага. Давай. Ну что, Ром, вот Наташа, видишь, нарисовалась же, как обещала. Давай бей твой удар. Споришь ей? Что? Если да, споришь ей? Нет, чего? Мы с ней друзья, Ром. А где мой кейт? Народ, ну чего? Вот так вот. Ждите встречу. Я готов увидеться, пообщаться. Нифига, Рома, какого шара забил. Молодец, тяжелого. Да. Да, да, Наташ. А ты сильно занят? Ну, не особо сильно, а чего? Артур, у меня не хватает 100 рублей, скинешь? Чего, чего тебе? Мне 100 рублей на дорогу не хватает. 100 рублей? Да. А чего, как я тебе 100 рублей-то дам, Наташ, сейчас? Ты еще посмотришь. Наташ. На карту. Нет карты? С собой нет у меня карты. На какую карту? На твою? У меня другая карта. Слушай, Наташа, чего сейчас это? 100 рублей, куда тебе не хватает? Куда ты собралась? На какую дорогу, не пойму. Не завтра, на работу. У меня всего лишь 200 рублей. Мне завтра надо Козельска. На такси. Такси мне 250. 100 рублей, да, надо? Ну, номер карты присылай мне. Сейчас тебе пришлю, давай. Все, хорошо, присылай. Я бью. Ты сейчас бьешь. Ты слышал расклад? Началось. Началось, здорово? Началось. Ждем номер карты. Народ, ну что, прислала Наташа номер карты? 500 рублей, если можно. Газэнергобанк, пожалуйста. Вот так вот. Пришлю. А чего делать? Вы же знаете, чем всегда дело-то пахнет. Здорово. Ну вот это окончательная переписка с Наташей. Это ее последние слова, когда перечислил ей 500 рубликов. Спасибо, ласточка.